В IT-лицее Казанского университета прошла лекция от известного математика Андрея Райгородского. Все подробности далее. Главный мессенджер. Математика – это прекрасно. Именно такую теорему сильнее всего пытался доказать ученикам Андрей Райгородский. Доктор физико-математических наук, автор более 200 научных статей, лауреат премии президента России для молодых ученых. Как я уже и школьникам сегодня говорил, математика не потому прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. То есть если вы чувствуете красоту внутреннюю того предмета, который вы изучаете, то вы занимаетесь правильным делом. А дальше уже из этого дела появится приложение, просто потому что оно правильное, так устроена логика жизни. Так красоту науки ученики познавали через изучение хроматических чисел. В частности, ребята красили плоскость. Было очень интересно. Это один из ведущих математиков России. Мне кажется, он очень хорошо подобрал уровень лекции, что нам не было слишком легко, и мы все понимали. Отметим, что лекция для учеников прошла в рамках закрытия Олимпиады по математике. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.